уже с мячом после штрафной. А вот здесь вновь мяч притягивает к себе Новосельцев, встречающий соперника. Лабарде вынужден сыграть назад. Калешин. Серия точных передач. Ну и, наверное, в штрафную надо мяч доставить. Отличный перевод. И удар Скода. Какой гол! Прекрасный гол забивает Роман Широков. Счет открыт. Ну и передача Калешина была, как знаете, ложка к обеду. А про Широкова почему-то совершенно забыли в собственной штрафной футболисты Ростова. Ну и Роман продемонстрировал свое умение так здорово обращаться с мячом. Не стал тратить время на его обработку. С лета мощно в дальний угол. Гол красавец. И смотрим с вами повтор. Прекрасно контролировали мяч. Хорошее взаимодействие. Так чуть-чуть тут передернули защитников. И затем подача. Калачев не успевает. Не успевает закрыть Широкова. Не успевает ему помешать. Ну а исполнительское мастерство Романа на 5 с плюсом. Плетикоса прыгает, пытается достать, спасти, но здесь вратарю было крайне сложно. Есть первый гол в этой встрече, и гол достаточно быстрый, на 10-й минуте он забит. Роман Широков, отмечаем. Передача Калешина.